Чуваки, это круто! Это круто, реально! Вдруг эта колонка шипит. По-македонски! У-ху-ху. И я уже хочу вот сюда подключиться. Привет, друзья! Наконец-таки ко мне приехала та самая колоночка Мега от компании Transport. Я знаю, что этот видосик ждали многие. Потому что такой бешеный фидбэк по этим колонкам я наблюдал только с Т6. И да, у меня небольшой сюрприз. Здесь не одна. Здесь две колонки Transport Mega. Фишка этой колонки заключается в том, что она может играть в паре с другой. По сути дела, вы можете наслаждаться вашей любимой музычкой одновременно с двух колоночек. Давай смотреть. Коробка по качеству осталась прежней, а вот цветовое решение они все-таки решили сменить на темное. Это уже начиналось с колонки Т7 и с той же Т8 Jazz Mini, но по качеству и вот исполнения в плане магнитных коробок все то же самое. Слушайте, увесистая такая. Из комплекта у нас имеется, значит, скорее всего, Вангую AUX-выход и microSD-кабель. Вот он auxiliary и вот он microSD. Никаких зарядных блоков здесь не имеется. И здесь имеется... Все здесь имеется, короче. Вот такой вот маленький мануальчик, в котором объясняется, как спарить наши две колонки. Здесь, значит, у нас... 300 мАч батарейка, ну думаю, нормально это. И по заверению производителя, два динамика по 20 Вт. То есть Т6 была как 25, если не ошибаюсь, а это 20. Но их две получается, 20, 20, 40. Ни хрена себе, это что, 80 Вт мы на выходе получим? Ну чё-то я сомневаюсь. Так, колонка выглядит довольно интересно. У нас, знаете, они ушли в такой более классичный стиль. Ну, серьезно, подставки снизу имеются резиновые, которые будут хорошо липнуть к столу. Вот это мое любимое, отклеивать всякие вот такие. Да, держится хорошо. Нормально, это зачет. Так, сверху у нас имеется, это не кнопки, это сенсорная панель. И сзади у нас имеется включение-выключение переключатель. В этой колонке, в отличие от Т6, есть возможность подключения TF-карты, то есть можно использовать стендалон без подключения по Bluetooth, линейный выход и зарядка нашей колонки. Со второй колонкой все та же фишка, все та же колонка, что естественно. Блин, слушайте, они такие довольно тяжелые, прям нормально. Слушаем. Угу. Где-то я это уже слышал, а? Вам не кажется? Ну-ка еще раз слушаем. По-моему, с такой фишкой запускалась JBL. Киньте в меня камень, если я не прав. Ну да ладно. Так, у нас имеется подсветочка, то есть у нас вот такая подсветка идет по кругу и подсвечиваются наши клавиши. Режим, мод, вся фигня. Получается у нас... Прикосновением, интересно, или... Вау, 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 нихера себе она орёт. Уо-хо-хо. И я уже хочу вот сюда подключиться. Выглядит, наверное, это слушается пошло, да, звучит? Я хочу сюда подключиться. Вы это слышите? Какой-то шип. Вот, прислушайтесь, я поближе к микрофону поднесу. Сейчас убавлено на 70-80%, смотрите. Слышите шип? Убавляем. Какой-то странный шип. Не, ну я допускаю, что здесь вообще бешеная громкость. Но шип присутствует. То есть кто-то мне писал из подписчиков Автронсмарт, значит, имеется какой-то шип. Да, вот, пожалуйста, да, правда, есть шип. Так, чуваки, я предлагаю так. Для более интересного обзора послушаем сначала одну колонку. Кстати, она перестала шипеть. То есть получается шипит в паре. Шипа нет, пропал. Нон. Вообще нету. Окей. Короче, слушаем сначала одну колонку, а потом подключаем и слушаем их в
паре. Сравнивать мы будем, конечно же, с ныне действующим чемпионом, по моему мнению, на канале Tron Smart T6 от этой же компании. 40 ватт, сомневаюсь, ну, обычно все это дело завышается, но давайте послушаем, давайте вкусим. 50% громкости. Стойте, сравниваем с Т6, давайте так. Угу. Скажу, чтобы здесь была разница в два раза, но эта колонка громче звучит, у нее какой-то чище звук. Ладно, меня также подписчики просят, слушай, а ты послушай все это дело на минимальной громкости, вдруг эта колонка шипит. А вот самый минимум, который я выставил, ну давайте слушать. Это самый минимум. Никакого шипа не наблюдаю. Вот на одно деление выше. Ну, басит классно. Колонка хорошо звучит. Я бы не сказал, что она громче, чем Т6. То есть здесь 25 написано, здесь 40. Нет, завышенное, как говорится, число. 40 здесь нет. Ну, 40, вы видели JBL? Там 40, но она херачит как не в себе. Правда, минус, который я в той же самой JBL Extreme увидел, услышал, точнее, при добавлении на максимум громкости у нее идет просадка по басу. То есть, чтобы просто тупо мембрана не порвало. Скорее всего, это все сделано на программном уровне. Но бас пропадает, тот, который звучит на 50-60%. Ладно, мы сейчас не про JBL. Теперь я хочу послушать, как эта колонка звучит в паре с другой колонкой. Это вообще, мне кажется, моща будет, если она уже выдает очень качественную такую картинку по звуку. Итак, для того, чтобы подключить наши две колоночки между собой, нам достаточно просто их включить. Все, обе колонки издали звук, и вот это стало у нас типа заглавную. То есть все прибавляться и убавляться будет здесь. И все это у нас будет определяться по Bluetooth, как одно устройство, то есть стереопара из двух колонок. Ладно, давайте послушаем. 50%. Погнали. Тихо-тихо, вы меня, наверное, не слышите. Очень сочный, мощный бас в паре на 50%. Я боюсь, что там будет на станок. Давайте крутанем. 50%. Я услышал одну вещь, которая также присуща JBL-овской колонке Extreme. При добавлении громкости на максимальный уровень пропадает басовая составляющая. То есть нет, они басят, но они басят на том же уровне, как и 60%. То есть, по сути, децибельная составляющая достигается вот такая высокая за счет поднятия средних и высоких частот. То есть оно как бы громче становится, но объем при этом начинает теряться. Послушайте, я убавляю до 50% и буду постепенно прибавлять до сотни. Послушайте, как будет меняться бас. Я надеюсь, это
петлефан и еще микрофон мой другой передаст, но давайте попробуем. Вот я включаю 50%. Китайских колонок я такого не ожидал. То есть в паре они выдают такую мощь, охрен. То есть очень круто слушать эти колонки, если выставить 50%. На сотне начинает звучать предел такой, что уже немного даже неприятно слушать, слишком громко. Прям вот тут напирает вот этой мощью. Давайте что-нибудь другое послушаем. Но на самом деле на 50% в паре вообще великолепное, качественное, крутое звучание. Блин, у меня аж мурашки по коже от этого качественного звука. Суки, молодцы китайцы, сука, круто делают, блин. Блин, мне вот нравится, насколько чисто и кристально звучат эти колонки. Чуваки, это круто! Это круто, реально! Мне очень нравится! Просто давайте что-нибудь другое. Вот от каждого трека к треку мне все больше нравится, как эти колонки звучат. Как все, ты же... Вот так вот можно сравнивать, да, сказать, ну, примерно, вот, ну, просто более чистое звучание, как чуть-чуть пообъемнее. По мощности они одинаковые, 40, там, 25, конечно, здесь нет 40, но в паре звучание просто меняется в корне. Предельно чисто, чуваки, блин, предельно чисто. У меня эмоции сейчас на самом деле, блин, какая классная колонка. Я вот ни капли не пожалел, что я отдал бабки за обе колонки. Я сначала, блин, заказал первую, потом увидел в описании, что они в паре могут работать, пулей заказал две. И вы знаете, я ни капельки не сожалею об этом, они охрененно звучат. Не скажу, что намного круче 40 и 25, нет. Нету здесь 40 ватт, но звучит она чище, чуточку объемнее, и у нее другой форм-фактор. Вот мне писали подписчики, говорят, слушай, я хочу что-то подобное, звучащее, как Т6, но я не хочу такую бутылку, ну не нравится мне вид термоса. Не нравится вид термоса? А вот тебе, пожалуйста. Нормальный классический вид колонки в минимализме, с подсветочкой, сенсорные клавиши. И в отличие от Т6 уже можно и ТФ-карту сюда подключить, и они в паре работают просто охеренно. Это мощь, это лучше, вот для меня это круче, потому что теперь я буду слушать с двух колоночек, знаете, как это, по-македонски, ёпарасоте, в общем, вот такая колоночки, что думаешь ты по поводу этих колонок, пиши в комментарии под видео, ну, я свое мнение сказал, это просто топчик. Дронсмарт, красавцы, я рад, что я просто встретил этот бренд. Год назад я увидел Т2, заказал и не пожалел. И я с каждым разом не жалею о покупке у компании Тросмар. Ну и колонки действительно качественные. И по соотношению цена-качество, блин, это топ. Я никогда в жизни не возьму себе JBL Charge 3 за сколько она там, 8000. Я возьму вот это. Это намного круче и объемнее. Можете не слушать меня, можете сами проверять. Бегом, покупаем, проверяем. Никому ничего доказывать не собираюсь. В общем, вот такие дела. Пока! Я почти кого-то вижу. Это же Крайслав Кодов, правильно? Правильно. Еще дальше иди, пожалуйста, иди. И ты даже дверь. Кот, я их две пользую сразу в паре. Что, не видел, как я делаю? Видел. Я буду сразу брать. Две тебе отдать? Давай, дверь. Я кушаю, допустим, попался. Кот, Т6, можешь вот себе забрать, а это мое.
С этой задницей сдай мне сразу и все собрал. И я буду с голой жопой. Да, все собрал. Кот, все, отстань. Мои колонки, иди Т6 забирай. Сколько все голову? Слушай, расскажи, пожалуйста. Ну? А ты что, уже работал? 2 Т6 так не работают, только Мега и Т2 так работает. А где Т6? Т6 можешь забрать, вон на полке лежит. А полку забрал, да? Да, там. Ну что, я его забрал? Иди. Слушай, а я тут так собрал, да? Я же тут не забрал. Кот, отстань. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста, пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Кот. Ну пожалуйста. Пожалуйста, сделай мне небесное.